любите дивитися телепередачі про змагання гімнасток або фоторепортажі про художню гімнастику, тоді кілька цікавих фактів про цей вид спорту. Художня гімнастика вважається досить молодим видом спорту, оскільки її зародження припадає на 1913 рік. Саме тоді була відкрита перша школа художнього руху, в ній навчали ритміці, танців і танцювальній гімнастиці. Сам термін гімнастика походить від грецького слова і має два значення – вправлятися і голий. На Олімпійських же іграх, які проходили в 1896 році, в гімнастику входили такі вправи, як лазання по канату, стрибки з жердиною та штовхання ядра. Ну, і художня гімнастика – це вид спорту, яким займаються тільки жінки, проте паралельно розвивається такий напрямок, як чоловіча ритмічна гімнастика. Хто знає, можливо, вже скоро такий вид спорту ми побачимо і у нашій ранковій студії. Але поки що запрошуємо вас на наш ранковий майстер-клас. Дивимося. Вітайте нашу ранкову гостю. Це Адель Самонова, тренер із художньої гімнастики. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, Еля, як завжди, прийшла не сама, а зі своїми прекрасними, чудовими вихованками. Вони вже напоготові показати те, що вони вміють, те, чому вже навчилися за цей короткий період, який ми не бачилися. Але на початку буквально пару слів про цей прекрасний вид спорту, який входить до програми Олімпійських ігор. Да, так, олімпійський вид спорту. Хотілося б, звісно, розказати немножко поподробніше. Очень часто маленьких деток, вернее девочек, приводят родители, мамы на секцию и очень часто путают как танец и художественную гимнастику. И очень часто спрашивают, типа, а когда тренировки по танцам? Так вот, хотелось бы рассказать, чем же все-таки отличается для тех, кто не знает, для тех, кто еще профессионально не занимается художественной гимнастикой, рассказать, почему нужно именно сюда отдавать ребенка, чем же оно прекраснее, чем танец. Во-первых, художественная гимнастика – это вид спорта. Это олимпийский вид спорта, это всегда сложно, это нужно как бы уметь терпеть, добиваться своей цели. Вот. Но самое главное отличие – это то, что у художественной гимнастики есть несколько лучших друзей, а именно их пять. Mm-hmm. Это предметы, с которыми работают художественные гимнастки. Это предметы, с которыми девочки спят, с которыми плачут, смеются, радуются. Это именно то, чем они живут на соревнованиях. И просто загадывая Деду Морозу, и это все очень, очень трепетно и как бы дорого для них. И хотелось бы вам показать все-таки эти предметы, да, вас познакомить с ними. Девчонки их очень любят, девчонки сейчас улыбаются и будут вам показывать. Можно для начала я вам представлю самых юных гимнасток Карина и Вера. Кариночка и Вера покажут нам основные элементы. Вставайте, показывайте. Основные элементы. Правый шпагат. Это те элементы, на которых базируются самые-самые главные элементы. Поперечный шпагат. Поперечный шпагат. Стопы должны быть натянуты, улыбка тоже. Вот. Левый шпагат. Да. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но все очень стараются. Стойка на груди. Стойка на груди. Хорошо. И через поперечный шпагат мостик с пола. Мостик с пола. Хорошо. Этот элемент показывает гибкость спинки, крепкость. Ну и затяжку в сторону. Это равновесие, которое также демонстрируют девочки, умнички. Карина и Вера, сколько уже занимаются гимнастикой для того, чтобы выполнять такое? Кариша занимается год, полтора года, а Вера занимается уже чуть больше, где-то уже два года. У меня эту девочку привели ко мне в два годика и восемь месяцев. Это ребенок, с которым у меня было очень много классных приключений на тренировке. Вот, кто-то и засыпал на руках тренера в этом возрасте. Но да, мы выезжали уже на соревнования, девчонки себя показывали очень хорошо, они очень любят, когда их хвалят и
стараються, щоб їх не ругали, але все-таки умнички. До речі, з якого віку можна займатися художньою гімнастикою? Художественная гимнастика – это юный вид спорта, потому что художественную гимнастику приводят деток даже вот в 2 года. Uh-huh. Вера – это показатель. 2,8 пришла, точно так же, как и Карина. Они еще даже стоять не могут. Да, они не могли даже толком стоять, но это все очень просто ушло. Они сейчас делают очень много хороших, правильных элементов. Я принимаю деток в зависимости от характера, потому что есть дети, которых завели в зал, и через 5 минут возникает вопрос: и куда ты дела мою маму? И что ты с ней? И где она? И вообще мне все это уже не нравится. Конечно, ребенок, который не самостоятельный, он в детстве, в глубоком детстве, он не сможет тренироваться рано. Но если детки энерджайзеры, которые готовы тренироваться сразу, то можно с 3 лет. Не бояться трудностей, потому что можно с 3 лет. Главное, чтобы они еще были внимательны, все в совокупности. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Доброго ранку. Доброе утро. А можно ли оставить телефон или адрес тренера, куда деток должны родители, бабушки, дедушки привезти? Скажите, пожалуйста. Угу, спасибо. Конечно, очень приятный вопрос. Я тренер, это воспитанницы 4-й юношеской спортивной школы. У нас 2 зала. Первый зал – это на Шуменском, это 8-я школа, спортивный зал. А 2-й зал – это на острове. Мы тренируемся в Юнге. Мой номер телефона я могу оставить, это 066-84-54-219. Это не секретная информация, это рабочий мой номер телефона. Вот, обращайтесь. Может, кто не встиг записать, то может звернутися до школы, как вы сказали. Школа номер 4, детская и юношеская спортивная школа. И там отримати вже подробиці. Да, расскажут более подробно. Есть также еще ВКонтакте наша страничка, там очень много наших фотографий, так и называется, детская спортивная школа 4, Херсон, художественная гимнастика. Там все эти красотки, они есть, и показаны все. Потом я бы хотела вам еще рассказать про такие основные элементы, как равновесие. Девчоночки, спасибо. Равновесие нам покажет, садитесь. Равновесие нам покажет Маша, Лена и Даша. Продемонстрировать равновесие, первое нам продемонстрирует, Леночка, подвигайся. Даша сделает захват назад. Захват назад выполняется ручкой, держится ножка, выпрямляется коленка. Умница. Есть еще равновесие в сторону, без руки. Лена продемонстрирует нам. Стопа должна быть натянута. Держит она мышцами ножки. Молодец. И Маша может продемонстрировать ласточку на 180 градусов. Это считается один из самых сложных элементов, поскольку он выполняется на равновесие и на силу. Умнички, спасибо большое. Следующее – это прыжочки, вращение хотела бы показать. Вращение нам бы продемонстрировала Ярослава и Даша. Ярослава, вперед ножку. Да, равновесие, захватом вперед. Даша, вращение, ножка назад. Да. Выполняется на высоком полупальце, без потери равновесия. Следующий прыжочек. Прыжочек, касаясь в кольцо. И. Да. И следующее, что я бы хотела вам показать и познакомить вас с таким предметом, как мяч. Даша покажет, как обращаться и дружить с ним. Да? Первое – это мастерство. Мастерство – начало. Начало композиции, как у тебя. Да. Перекат мяча, захват его ножкой, полный шпагат, переход. Следующее, что хотела бы показать, это равновесие. Затяжка в сторону с отбивом мяча. Или без отбива будет громко очень. Хорошо, умница. Прыжок с броском от груди. Хорошо. И вращение. Умничка. Следующее – это скакалка. Ярослава выходит со скакалочкой вперед, прыжочки назад, на чем базируются все элементы. Назад.
это хорошо. На цьому вміння нас, да, дівчата, закінчується. Да, равновесие в сторону. Здесь показано равновесие и вращение скакалки. Здесь нужно держать не только себя, но и скакалку. Да, и затем прыжок. Прыжок в кольцо, касаясь кольца, скакалочку назад, да. Вот как-то так. Хорошо, следующие наши любимые такие предметы – это булавы. Булавы – это, знаете, я хочу сказать, я когда-то у папы спросила: «Пап, а чего ты боишься?» А папа сказал: «Дотя, если честно, больше всего боялся я тогда, когда моя дочь подбрасывает булавы на высоту 4 метров, делает 4 поворота и ловит их, потому что булавы действительно тяжелый очень предмет». Сколько они важат? Разный вес есть, все зависит от размера гимнастки. Вот, ну, в основном это 400-500 грамм, ну, то есть нелегкие, скажем так. Так, первое, что я хотела бы показать, вернее, Даша, это равновесие в сторону с вращением булавы на ручке. Да. Раз. Вот такое бывает на соревнованиях, ничего страшного. И касаясь в кольцо прыжок. Хорошо. Затем еще вращение можно продемонстрировать. Везде булавы должны проворачиваться, они не должны просто лежать в руке. Всему этому учатся. И, по-моему, все, да? Какой у нас остался предмет? Наверное, самый... нет, у нас еще обруч, да, Лена? Обруч нам Лена покажет. Первое, что Лена покажет, это равновесие в сторону с вращением обруча на полу, на полу. Прокручивая его на полу. Да. Да. И головне усмехатися. Унечка, да. Затяжка в сторону без руки. Хорошо, молодец. Прыжочки в обруч. Вот такие прыжки, которые можно делать тоже с обручем. Ну и самые, наверное, красивые, самые красивые, о котором мечтают дети с самого малого возраста, это лента. Але не з неї вони починають. Они починають зовсім не з неї. Это самый последний предмет. Давай-ка покажешь нам, что ты нам хочешь показать. Давай вращение. Хорошо, прыжок. Давай еще раз прыжок, чтобы зрители рассмотрели. И еще раз вращение. Лентой можно делать спиральки, да, зигзаги, разные абсолютно вокруг себя. Это все очень завораживает. И Машуля покажет нам равновесие, которое довольно сложно выполнять. Равновесие назад и лентой восьмерочка. Хорошо, умничка. Ну вот, как бы, и напоследок мы бы хотели вам показать такой немножко милый элемент Ярослава, Даша и Маша. Напоследок, чтобы зрители запомнили все-таки, чем же отличается художественная гимнастика от танцев. Да, и раз, и два. Хорошо. Спасибі за це чудове, зворушливе дійство, правда. Я думаю, що нашим телеглядачам запали в душу маленькі гімнастки юні, і за ними величезне майбутнє. Спасибі вам величезне. Якісь ранкові побажання для всіх телеглядачів, прошу. Я желаю всім, щоб цілий день і вся життя проходила весело, щоб було здоров'я, щоб було щастя, щоб були діти, які вам приносять удовольствие, і всього самого... А, і найголовніше – робота, яка приносить удовольствие, як мені. Будьте в русі, будьте разом із нами, починайте ранок тут на телеканалі «Скіфі». А сьогодні для вас у цій студії працювала я, Олена Юдіна. Хорошого вам робочого тижня і зустрінемось вже в п'ятницю. Не сумуйте. Побачимось.